Никогда не сочетали в салате мясо и фрукты, копчености и сладкое? Рекомендую рецепт, как приготовить испанский салат с ветчиной. Он легкий и вкусный, в нем приятно сочетаются все ингредиенты. В качестве основы используется римский салат, хотя можно заменить его любым другим. Вместо персиков можно использовать абрикосы, они схожи по вкусу. Козий сыр замените другим мягким. Салат можно подавать сразу после приготовления. 1. Помойте и нарежьте на дольки персики. Помойте и нарежьте салат и руколу, смешайте их между собой. Поместите прошутто на сковороду, готовьте 2-3 минуты на маленьком огне, пока мясо не станет хрустящим, затем снимите ее с огня. 1. Помойте и нарежьте на дольки персики. Помойте и нарежьте салат и руколу, смешайте их между собой. Поместите прошутто на сковороду, готовьте 2-3 минуты на маленьком огне, пока мясо не станет хрустящим, затем снимите ее с огня. 3. Приготовьте заправку для салата. Для этого смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом и медом. Добавьте соль и перец по вкусу. 4. Заправьте этой смесью салат и сразу подавайте его к столу.